Израильские политики действуют не только в стенах Кнессета, но и вне его, на информационном поле. Многие из них выставляют в интернет видеоролики со своими оценками и заявлениями. Было интересно узнать, что предлагают русскоязычная аудитория Израиля, русскоязычные депутаты Кнессета. И вот что выяснилось. На этом направлении работают только депутаты партии «Наш дом Израиль». И Ликуд, и Кадима, и Ша полностью игнорируют такой способ общения с израильским электоратом. А что касается НДИ, то анализ двух последних месяцев дал такие результаты. Виктор Либерман – 8 видеосюжетов, Стас Мисежников – 3, Фаина Киршенбаум – 2, Софа Ландвер – 2, Алекс Миллер – 1. Остальных парламентариев от НДИ не было, хотя совокупно эта партия отметилась 16 раз. При этом учитывалось не только появление депутата, но и его упоминание или цитирование в сопроводительном тексте к сюжету.